Доброе утро, город. Извиняюсь. Круг открывает игрок номер один. Ваше имя. Доброе утро, город. Но вы надеетесь что-то новое от меня услышать, да? Ну, я вот подумал, да, я сменю как бы стиль. Я всегда говорю ни о чем, а тут думаю, ну, поговорю. Почему? Потому что я вытянул красную карту с облегчением, думаю, вух, надо строить речь, тут вытянешь какую-то ролевуху, и надо прикидываться, что ты такой спокойный. Ты думаю, а все равно. Вот, да, я знаю, вот сразу скажу, чтобы никто не сомневался, я знаю, что это за песня. Да. Даже текст ее. А, еще слова. Сейчас буду прям просто всех заигрывать. Про Хинокруп я услышал и думал. А потом Ведьмак предложил фильм «Старикам тут не место». Обожаю этот фильм. Сразу ассоциативно «Братья Коэн». Это целое явление в кинематографе. Вот. Несколько любимых у меня фильмов есть. Я очень люблю «Серьезный человек». Вообще это просто шедевр. И «Человек, которого не было». Обожаю эти фильмы, всем рекомендую смотреть. И победы над партизанами. Игрок номер два, ваша минута. Над красными партизанами. Я предложил посмотреть этот фильм, хотя я сам не смотрел, просто очень давно хотел посмотреть. Нет, он посмотрел его, мне понравился, все нормально. Так что я не пожалел, что его сильно. Теперь с один пока что поиграю. Хотя он предложил победу над красными партизанами, но тем не менее я не думаю, что это на что-то можно скинуть. Нет, попил, я думаю, все-таки еще рановато делать, поэтому пока что мы не будем пилить. Что еще вам сказать? Я не знаю этой песни, например. То есть я знаю знаю музыку, но я не знаю, как она называется. Чао, чао. Все. А там мимо чао или мама чао, это уже... Ну, один пока что за скобками, и я постою с ним тоже за скобками. Да? Мы в одной команде за скобками. У вас время. Игрок на три, ваша минута. А почему, может быть, можно объяснить уже, куда надо проголосовать двум игрокам? Мне кажется, можно. Послушала позицию один. Потому что речь, в принципе, понравилась. Я не поняла, в чем как необычно. Вы, по-моему, всегда так говорите. Как бы, ну, то есть сегодня было опять обо всем и ни о чем, то есть эта речь для вас стандартная. Но поэтому я бы послушала вашу позицию, я вас в черном не нашла. Вот, игрок номер два, ну, блин, я ждала от игрока номер два чего-то на втором номере и мотивационного, он обычно... Так вот, любит говорить речи, а тут, вот уж о чем было, ни о чем речь. Вот, поэтому у меня пока 1-2 за скобками оба. Не беру ни один, ни два. Вот. Ну, буду слушать дальше. У вас пока время? Не до... Игрок номер 4, ваша минута. Доброе утро, город. Ну, второй подкупился первым по поводу любимого фильма, не знаю. По поводу... Ничего не понятно. Правда. Да, ничего не понятно. Полугрок номер 7. Пока что я буду смотреть на номер 2 и номер 1. Пока что ничего не буду говорить. Номер 3 также. Пока что все у меня 50 на 50. Буду дальше смотреть, как все будет. Стоп. Пауза, как говорится. Дальше. Заканчиваем речь. Спасибо, Паз. Спасибо, Паз. Спасибо и вам. Игрок номер 5, ваша минута. Я не поняла, игрок номер 4. Так у вас позиция с 3 вы играете? Тоже непонятно. 1-2 непонятно, и 3 у вас непонятно. Значит, 1-2 у меня за скобками. 1. Я наречу единицы, тройки показываю. Единица влез в вену. И 2, и 3, и 5. За киноклуб, за фильм, за... Ну, как бы киноклуб, нет, клуб тоже... Тоже как бы близнецы-братья, то есть один там успел уже поиграть как бы заочно со всеми. Окей, непонятно мне с единицей, действительно речь типичная, ничего такого вот выдающегося, как вот раньше говорил вот так, а сейчас поговорю по-другому. Нет, я такого не заметила, как обычно, не могу определить. Игрок номер два, да, я тоже ожидала, что сейчас что-то там переоткроет стол, там разобьет тему или еще что-то. Вообще тоже вот речь
речь ни о чем, то есть у меня два. 10 секунд. Не даю цвет. Три сказала вот то, что вот я думала вот по наречии 1 и 2, поэтому вот я с 3 поиграла. 4 не дает позицию ни по 1, ни по 2, ни по 3, так 4 у меня получается. У вас 2, мя, игрок номер 6, у вас один фол, ваша минута. Вот это у меня уже один фол. Доброе утро, Боря. Игрок номер 1, я вас вижу красным игроком, без всяких вопросов и вариантов, поэтому мне сомнения игрока номер 2 показались какими-то... неподходящими, потому что, ну смотрите, позиция, да бог с ней с позицией, тогда на первом месте сидел наш славный шериф, показывал там, с кем дружит, с кем не дружит, чего привязываться к игроку номер один с красной речью? Игрока номер два проверку не посылают, потому что он молодец и вскроется. Жаль, я с вами не в одной черной команде, да, ценю вас, когда вы в моей черной команде. То есть вы признали, что вы в черной команде, и жаль, что я не с вами. Это вы можете как игрока номер 4 убалтывать, мой милый. А я вас все несколько игр находила, правильно. Так что, надеюсь, что вы сейчас... У вас время. Игрок номер 7, ваша минута. Ну, выставляю игрока номер 6. 6 принято. Ну, так и говорится, это странно, конечно. Для такого опытного игрока. Ну, что я думал по поводу первого и второго, как бы мне не очень понятно. Тройка еще не успела как бы начать говорить, а уже типа про четверку и про меня сказала, что типа да, они типа не алло. Да, да, да. Ты показывал, как я видел. Но до речи, когда первый говорил, я же не стану придумывать, зачем мне это придумывать? Ну, в общем, вот такая, не, я не к тому, что это черное, я к тому, что, ну, типа, вот так вот сложилось, да. Вот, ну, я же сейчас говорю. Ну, по поводу шестерки, ну, это, конечно, прикол. Понятно, что ты, как бы, не хотел так обговорить, но все же обговорил, да. Ну, все, спасибо, пас. Спасибо вам, игрок номер 8, ваша минута. Доброе утро, да. Я призываю новых игроков не играть по оговоркам, потому что это часто, как бы... приводит нас не туда, во-первых, во-вторых. Когда сейчас я в первого игрока, но я вот так двойка заиграл, что казалось точно красным. Сейчас я даже, наверное, поиграть с первым игроком. Скорее буду... Ну, один из 12 скопан, да? Шланг, шестерка-то заговорить тяжко. Ну, я расскажу шестерки. Шестерка за первого точно красным. Будем есть шестерку там на завтрак. Будем играть с первым. Так логичнее. Играю 1, 5, 7. 8. Один менее красный, 5-7 меня менее красный. 3 так хотела выставить, а выставить это не выставила. Я бы хотел выставить, но уже выставила 6, так сейчас я хочу выставлять себе. Я бы сейчас выставил бы 1, но сейчас уже не буду. 1 красный купил, это ужасно, то есть сейчас там. Ну, я, кстати, что я выставил 1, представьте себе, что я хочу. Я бы 1-2 слушать, 6 я слушать не хочу, да, меня забудут. У вас время. Мя, игрок номер 9, ваша минута. Доброе утро, город. Чё? Не такая уже плохая речь. Я за скобками просто потому, чтобы они не разобрались, но такой ничего противного не услышал, неуважение к песне тоже. Игрок номер 2 говорит очень подозрительно, но мы же оба знаем, что его проверять бесполезно, поэтому с двойкой я, скорее всего, не играю. Игрок 3 не нравится по разбору, учит твое место по столу, поэтому с тройкой играю. 4 непонятное. Так как я согласилась, 3, то с 5 я играю. 6. Да. 6. И 7 выставил 6, конечно, но я не думаю, что 6 настолько. Ну, сумбурно, да, но не думаю, что настолько плохо. А с семеркой мы после игры поговорим насчет выставления по нулю. Игрок номер 8. Неплохой разбор, с ним поиграю. Теперь о песне. Я проснулся очень рано. Я на рассвете уйду с отрядом гарибальдийских партизан. А если я погибну, похороните меня в тени горы и посадите цветок, чтобы люди смотрели на него и говорили, вот здесь похоронен герой. У вас время. Игрок номер 10, ваша минута. Так, смотрите, я не думаю, что 8 и 9 вместе черные игроки. 9 присоединилась к команде 8 игрока. Обычно так черный игрок не играет с... Я не хочу выставлять, уже не будем пилить.
У меня самый подозрительный вот там где-то. Вот 2-3 очень подозрительные. 3 почему-то все играют, но я не нашел третью красным. Мне показалось, что она должна была измениться с прошлой игры, то есть будем должна обрадоваться красной картой. Вот я обрадовался красной картой. А второй, не знаю, сначала назвал красным первого игрока, а потом за скобками, то есть как-то неопределенно назвал. То есть пока что я буду вот искать между 1, 2, 3, 1 не послушаем, к сожалению. Вот. Здесь не двойка, можно пока поиграть. 4, думаю, больше красная. Ну, я не увидел, чтобы она изменилась. Ну, довольно расслабленная. Мя. Все поговорили. На голосование был выставлен только один игрок. Все уходят в ночь. Садимся в позу ночного жителя. Надеваем масочки. Больше интуиции, чем какого-то порядка. Мне 2 речь, как отметили, не очень зашла. 3 тоже, и речь сама была не очень мне понравилась. И аргументы, могу вам сказать, вернуть вашими словами, мусорные. Мне понравилось очень это выражение, которое вы 2 повторили. Ну, я это постарался не обратить внимания. 4 подозрительная тем, что тут до нее говорили несколько человек. И как бы разные позиции, а вы ни с кем не поиграли. Это странно. Но самые 2-3-8 для меня самые подозрительные игроки. Победы партизанам. Спасибо, Пас. Спасибо вам. Круг открывает игрок номер 2. Может, что ты делаешь? Давайте так. Выставляю игрока номер 6. 6 принято. Руби. Я считаю, что между 6 и 7 вырисовывается разноцвет. И я 7 нахожу больше красным игроком. Я вижу 7 и 8 в одной команде, красной команде. И вы топите в 6, которая поговорила по мне так очень плохо. Теперь 6 рассказывает, что единица для нее была красная. Отлично поговорила, красная речь. Окей, не все согласились с этим. То есть я, например, оставил за скобками. И сказал, я поиграю за скобками. Я сам остался из-за этого за скобками. Вот, вы тем не менее нашли единицу точно красную. Мы теперь все знаем, что это точно красный игрок. Теперь... Кто мне еще? Мне не понравился 9, то есть я бы просил проверку в 6 или в 9. Я считаю, туда должна была идти проверка. Ну, как бы пока в разноцвет с 9 не лезу, скажем так. Просто мне не понравилась речь чисто эмоционально. То, что претензии к 4 были, что она не поиграла, ну, как бы она только входит в игру. Единица так и не озвучила, да, непонятно на 4. Единица так и не озвучила, почему 8 оставил в лучшем ходу. Я, например, не понял, это я даже спрашивал. Да, игрок номер 3, ваша минута. Да, получается, что я тоже не поняла лучший ход, то есть 2-3 тоже непонятные какие придирки, потому что я с 2 не поиграла. Потом разговор, почему подозрительно 4 и лучший ход 2-3-8, то
То есть, ну, вообще, как бы, с лучшим ходом, понятное дело, не согласна, потому что мне понравилось, как двойка поговорил. Вы выставили шестерку за разноцвет 6-7. Вы считаете 7 наиболее красным игроком? Я тоже так думаю. Вот. Ну, что тогда? Кто же... С 5 я играю, с 9 я играю. 8. Выставляю игрока номер 8. 8 принято. Вот, 8 речь не понравилась. Очень размытая была речь. Очень размытая позиционно была речь на прошлом круге. Я так и не поняла, что? Что вы красный? Но это вы на своей речи. Мя. Игрок номер 4, ваша минута. Добрый утро, город. По поводу номер 8 я тоже не поняла речь. Из-за этого ничего я не могу о нем сказать. Вас выставили. Тройка, она не очень меня недолюбливает, из-за этого я с ней не играю. Мне пока что нравится речь номер 9. Номер 2 под вопросом. Остальные игроки я посмотрю вас. Спасибо вам. Игрок номер 5, ваша минута. Смотрите, а с лучшим ходом, в чем я могу понять, что оставляют вместе 2-3, потому что там действительно, возможно, есть один черный. Я не думаю, что они два вместе черным. Но у меня при этом под подозрением именно 4, и сейчас тоже после этой речи. Я могу рассмотреть версию, что 4 черная или с 2, или 4 черная или с 3. И поэтому она так вот не поиграла, вот так вот что-то там размазывала позицию, не поиграла ни с 2, ни с 3, уже вообще ни с 3. Я выставляю игрока номер 4. 4 принято. Меня устраивает, в принципе, что 6 выставляю, потому что 6-7 я вижу разноцвет, 7 я не вижу ничего подозрительного. То есть я сейчас обоих послушаю, ну, мне кажется, если 6-7, то тогда 6 почернее. 8 для меня не показалась такая черная, прям какая-то непонятная речь. Мне было все понятно, я помню, что я даже с чем-то вот соглашалась, что показывала, то есть нормально все было. 2-9, не знаю, разноцвет или нет, 9 там что-то подозревает, ну пусть скажет, потому что сейчас я его тоже подозрительно не услышу. Игрок номер 6, у вас один фол. Да. Смотрите, игрок номер 7, вы меня выставили с каким-то определенным, на следующем этом круге, с каким-то определенным подозрением. Теперь смотрите, игрок номер 2 сейчас это противостояние развивает. То есть он говорит, просто против, между нами есть противостояние. Я игрок красный, я вас черным игроком не вижу. Мне не нравится игрок номер 2, который попал лучше в ход. Игрок номер 2, игрок номер... Я по вам сомневаюсь очень пока. Игрок номер 4, вы мне понравилось, что подсказали это. Может быть, буду играть против него. Против восьмерки тоже точно играю. Мне было непонятно, почему вы не дали мне попилиться с восьмеркой. Я жестко против восьмерки играю, жестко против двойки. И третья у меня, может быть, будет четверка. Поэтому мы сейчас с вами не рубимся, если вы красный игрок. Понимаете? Не слушаем двоечку, которая сейчас это все разобьет. А будем играть против восьмерки. Выставляю игрока номер 8. 8 принято. Что сказал наш игрок номер 1, который 2, 3, 8. У вас время. Игрок номер 7. У вас полминуты. По поводу двоечки скажу, что по двойке у меня пока что нет мнения. Оно не сложилось за две его речи. Ну вот, я хочу посмотреть, что... Ну, по поводу тройки у меня тоже это был вопрос. По поводу четверки она скорее черная. Ну, для меня, скорее всего, действительно, с тройкой не разноцвет. Ну вот, вы для меня пятерочка красная. Ну, шестерка тоже, я думаю, что красная. Мне так кажется, все-таки. Потому что, ну, я красный игрок. Вот, я знаю, что, ну, откуда ты можешь знать, что я красный, и что я более красный. Вот, по поводу восьмерки, я, честно говоря, ну, что-то думал о предыдущей речи и совсем пропустил. Спасибо, Пас, по поводу... Игрок номер 8, ваша минута. Да, семерка, восьмерка не прячь. После проверки. Блять, тяжело. Так, выставляю 3, выставляю 6. 3 принято. 3, как бы выставляю смирно, потому что не понял речь. Причем речь поняла пятерка, поняла дядька, разумно поиграла. Поняла полстола, и вдруг моя речь размытая, непонятная. Меня вызов выставлять, как бы. Я поиграл в команде 5, 7, 8. Хорошая команда. Сейчас я уже не знаю, 7, как бы. У меня как бы 4, да, 4 не за что было играть, потому что она не поиграла как бы ни с кем.
Один проиграл, еще один проиграл, потому что 6 сразу один раз, еще один проиграл, да. Один исцелился, как бы слабый. Сейчас у меня 6, как бы, так играл один, как бы уверенно, подозрительно. 3 подозрительных самовыставления без аргументов. 9 подозрительных, как бы, ну, 9, как бы. У меня уже хватает подозрительных поводов до этого, поэтому 9 больше серо. 9 и 4 тоже серо. 7 не понимаю, как бы. 5 не играют, сейчас точно 5. Сразу же играют 2. И 7, надеюсь, все-таки справится, буду лучше говорить, может быть, сыграть более. У вас время. Мя, игрок номер 9, ваша минута. Доброе утро, город. Контрольно выставляю 2, выставляю 8. 2. Принято. Два раздувает конфликт. 7 могут не знать о последствиях выставления шестерки, поэтому я сказал, что буду в прошлом круге. И он попытался создать заруб, хотя эти игроки явно не хотят убиться. Поэтому и мне подходит то, что сказал 6, и тем более, поэтому играю 7, так как 2, которые мне подозрительно, пытаются от них избавиться. 2 и 8 играют вместе, тем более, что 8 сейчас для игрока с его опытом. Нет, я понимаю, почему игрок номер 4 может сказать, я еще ни в чем не разобрался. Но когда игрок... Топ 3. Фолл, циник. Дойдем. Да. Тех сначала кто проблемы, потом займемся. 3. 8. Да, сумму позицию, которую нельзя ожидать от игрока с его опытом после двух кругов. Поэтому мне подходит из лучшего кода 2 и 8 на счет 3 там или 4. Я не знаю, кого-нибудь из них двоих можно было бы и проверить, я так считаю. Но это уже на усмотрение. У вас время. Игрок номер 10. Ваша минута. Так, я считаю четвертого красным. Я бы не хотел, чтобы туда уходила проверка. Ну, я эмоционально считаю его красным игроком. Мне кажется, да, вас игрок номер 4. Все, мне кажется, сейчас надо между 2-3 голосовать. Выставляю 2, выставляю 3. 3 стоит, 2 стоит. Я эмоционально, вы хоть слушаете меня, что надо кричать, и тогда у меня все слушаете. Эмоционально. 4 нашел красным. Игрок номер 5. Вы считаете 8-го красным игроком, правильно? Считаете больше красным. 3 поиграла против 8-го. Вы, по идее, должны были 3 атаковать. 3 проатаковала 8-го, у нее должен быть 2 самые подозрительные, потому что 2 говорит 8 красный, правильно? Она 2 не проатаковала. 3 для меня подозрительный игрок, 2 для меня тоже подозрительный. Я вообще думаю, 2-3 черные игроки. Проверить 2. Смотрите, я думаю, вот... Время. Все поговорили, город переходит на голосование. Никто не жестикулирует. На голосование выставлены игроки. 6, 8, 4, 3, 2. Голосуем в порядке. 6, 8, 4, 3, 2. 6 черная проверка, уходит 6 всеми руками. Ничего подобного. 6 не голосуется. Второй фол игрок номер 2. Второй фол игрок номер 6. Первый фол игрок номер 9. Третий фол игрок номер 6. Жестикуляция на голосование запрещена. Голосуем в порядке. 6, 8, 4, 3, 2. Кто слышит, чтобы игрок номер 6 покинул стол? Принят. Один голос. Кто слышит, чтобы игрок номер 8 покинул стол? Принято. 4 голоса. Кто слышит, чтобы игрок номер 4 покинул стол? Принят. Один голос. Кто слышит, чтобы игрок номер 3 покинул стол? Принято. 2 голоса. И поставьте руку, кто не голосовал. Уходит игрок номер 2. 8. Крайняя. Прекрасно. 6 не голосуется. В общем, я думаю, кто меня поставил руки? 5, 6. Это для меня точно вот черный игрок. В общем, я в свете жестко с девяткой. Я думаю, 9, 3, 6, это такая вот у меня команда прорисовывается, но не уверен. Еще 3, я не уверен. Сейчас будут еще шейки там скрываются, дают проверки, вы голосуете там проверками, шейки как бы. А если добавляют больше красные, ну как бы 5 можно ошибиться, да. 5, 7 у меня больше красные, 10 больше красные. Это мои цвета. 10, скажу, 4, 4, наверное, тоже больше красные. 10 секунд. В общем, где-то между 9 и 6, я считаю, даже не двух раз нет никак. Спасибо, класс. Спасибо вам. Проходите за комнату, канал. Дай секунду, мы отойдем. Хорошо. Я прошу прощения за пение. Нет, извини. А пусть поет ребенок. Нет, я говорю, прошу прощения. Голосок сладкий, займаешь.
Не, я ему это самое, игрушку дала на мобильнике, все. Не мешаю. Пусть поет сколько хочет. Ну, главное, колечко ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тебе смешно, а тренер на футболе ему не выдал. Он назвал свой футбольный мяч. Маки-маки, да-да-да. Маки-маки. Он слышно систему строил, там один мячей в футболе, он был маки-маки. Ну все, пусть а тренер наоборот смотрит на это как человек настолько фанат футбола, что назвал свой мяч индивидуальным именем. У всех это мяч, а у них это маки-маки. Ну, так поэтому тренер, собственно говоря, и пытается поощрять Руби, чтобы он командовал. Да, я думаю, хотя бы год он на этом кружке продержится. Слушай, вопрос, у кого-нибудь тут стоит Duolingo? Что стоит? У меня стоит. Хорошая? Что-то она фигня. А что такое Duolingo? Это обучение у меня на английском. Выполняешь задания, вот тупо учишься выполнять задания, это ты не учишься говорить. Я, кстати, начала учить арабский язык по пароликам, называется медресе там что-то. Там ведет парень араб, такой классный, вот просто симпатичный такой. Кинулинг. Кинулинг, да, я могу прямо в группу сделать. Я арабский начал учить по друзам, которыми я работаю уже на четвертой работе подряд, потому что каждый раз разный. И у них сленг во всех, они при том, когда открывают рот, они сразу знают, какого... Да. Дизель, я скажу, это не по игре, да? Значит, мусорное отметство, даже куда я не обижала, это официальный термин. Я что? Это не... С кем ты дружишь, блин? По игре не говори. Нет, тебе я 2,5 года с грузами работал. Я учу в Таиле от того, чтобы мои арабы, с которыми я работала, не знали, что я работаю. Правильно делаешь. Это у меня папа, когда мы только приехали в Израиль, еще иврит не усвоил. Для меня это было... Я не считаю, что это была какая-то некорректность. Я просто на Тэгике работал, на Тэгике. А что случилось? Почему я работал в Кирашмане, у меня были из Голланд друзья. Я работал в Косине, у меня сначала было два друза с Курфейша. Совершенно тупые такие. У нас вся смена друзы. Скажи спасибо, что не кисрахмар. Да, я хотел сказать, что там считаются самые тупые, это просто гагровцы какие-то, они кисрахмар. На Курфейше, не, в Курфейше нормально, просто у меня молодые два после армии были, они там такие глупо сидели. Ну, берет время после зеленого света тормознуть и включить мозги. Вот, но самые толковые, с которыми я работал, были Циник, Пыть. На первом месте из Ярки, а на втором месте за талант Магличан. Все. Все? Циниками. Таймаут! Циником мы были. Заголосовали. Таймаут! Окончен. Все уходят в ночь, садимся в позу ночного жителя, надеваем масочки. Доброе утро, город. Утро недоброе для города. Ночью был убит игрок номер 7. У вас крайняя минута. Нордман, вы были убиты? У вас минута? Да, очень жаль. Я красный игрок, вы все знаете. Я думаю, что никого нет сомнений. Ну, я топил в прошлый раз, что Мав четвертый игрок. Ну, я думаю, что, скорее всего, так и есть, скорее всего, я попал. Вот, ну что ж, всем удачи. Спасибо. Спас. Спасибо и вам. Прощаемся с игроком. Ну,
открывает игрок номер 3, ваша минута. Я поняла, у нас 2 вскрытия. 6 черная, 9 черная. Окей. А у вас кто? Вставляю игрока номер 9. Ну, тут как бы без вариантов. 9, почему 9? Вы же понимаете? Я у вас в черной команде. Вот. Почему вы меня проверили? Можно спросить. По кругу. Хорошо, ну в любом случае я буду голосовать 9. 9 это не шериф. Получается, что шериф это 2. 6. А, 6, да, 6 сказала, что она не голосуется. А с какой стороны 6 тогда не голосуется? По вашим проверкам вы 6 не проверяете. Не проверяли. Ну, то есть, игрок номер 9. У вас, если вы 6 мигали, потому Три. Что... Игрок номер 4, ваша минута. Добрый утро, город. Кого вы считаете черным игроком? Тройка и двойка. Я выставляю игрока номер 2. 2 принято. Поскольку я на стороне девятки, и я не... вы играете с шестеркой или нет? Все, окей, понятно. Вы со мной не играете, я понимаю, или вы играете? Мне понравилась ваша позиция, я на стороне шестерки и девятки, и буду голосовать за двойку. Если кто-то выставит тройку, я уже посмотрю, но двойку я буду голосовать. Тройку. Все, пас. Спасибо, вам игрок на 5, ваша минута. Вставляю игрока номер 6. 6 принято. Смотрите, сейчас уже пора определяться с шерифами. И уходит черная проверка одного из шерифов. Это если для вас шериф игрок номер 9, то без проблем голосуйте тогда в 3. 2, он, возможно, шерифом может посидеть, даже если вы не верите в шериф своего игрока номер 2. Если для вас шериф игрок номер 2, то тогда 6 уходит. Не 9, несмотря на то, что 9 у него черная проверка, потому что 9, возможно, шериф, пусть она посидит. Шерифы могут посидеть, потому что у нас есть 2 черные проверки. Выбирайте шерифа, с которым вы играете. Первый игрок номер 6, вот эта заявка, что она посидит. Я почему поставила 8 руку, с которым я вообще-то играла? Потому что я думаю, что если 2 шериф, то в 6 я не буду голосовать. 6 может быть шерифом на самом деле. В 2 я тоже не буду голосовать, потому что он может быть шерифом. Возможно, если 6 имеет право посидеть, может быть у него 8 черная проверка. Ну ладно, как бы проголосовала 8. Теперь у нас 8 вообще оказывается непроверенный игрок. И даже скорее красный. Если у нас 2 шериф, то 8 у нас красный игрок. У вас время. Игрок номер 6, у вас крифала. Вы имеете право выставить. На вашем языке это номер. Три. Да. 3 принято. Игрок номер 9 у вас пол. У вас минута. Значит так. В живом порядке вскрылся против меня черный. Черная проверка по второму кругу, подчеркиваю, по второму. Первой моей проверкой был семерка, который уж больно был рисковат на мой вкус. К 4 пока претензий не имел. Теперь объясняю и 5, и пятерке. Я не говорила, что 6 не голосуется, но когда двойка начала орать, что 6 его черная проверка, я сказала ничего подобного, потому что я была шерифом. И двойка начал ценой фола топить шестерку. Так вам нет претензий, 6 сказала, что не голосуется. 5. Я говорю то, что было. А 8 все равно говорил смутно и подозревался наравне с 2 и 3. Но, еще раз говорю, проверку в тройку просили, чуть ли не полстола, где-то 2 или 3, 3 или 4, но 3 просили. Поэтому я тройку и проверила. То есть проверки логичны. Теперь, почему сейчас должна уйти 3? 10 секунд. Потому что 7 ушел из моей команды уже один игрок. 7 был моей красной проверкой. Уходить должен игрок из команды второго шерифа. Почему? Потому что он был рисковат наездом в 6, и поэтому я подумала, что стоит его проверить. На тот раунд не было запросов на проверку. Спасибо, пас. Спасибо. И вам игрок номер 10. Ваша минута. Смотрите, выставляю 3, выставляю... Смотрите, мы сейчас голосуем или 3, или 9. 6 вы хотите? Нет. Нет. 6. 9, 6 и кто? 9, 6 и кто? Кто третий? 4? Не, я думаю, 4 красные. 4, 6, 9. Я думаю, я в третьего буду голосовать. Смотрите, 3, 5, 9, ставили руки 8.
Кто самый подозрительный? 5, которая говорила, что 8 красный, поставила в него руку вместе с подозрительным 3 для нее. У меня, ну, вы меня извините, но у меня команда 2-3-5 получается. Я не вижу по-другому. Потому что 8 голосовали 3-5-9. То есть 8 был красный с двух сторон. То есть если 9 черные, то 8 голосовали, если 3 черные. Ну, у нас игрок номер 4, 2-3 вместе. Если они черные, то они вместе черные. Игрок номер 2, у вас 2 фола. Выставляю игрока номер 6. Теперь 6, давайте 3. Подумаем так. При 9-х 6 заявляет, что не голосуется. Что это значит? Сейчас она будет скрываться шерифом, или она назовет, что ей подмигнул шериф. А ей никто не подмигивал, потому что проверка прошла в 7. Игрок номер 9, объясните, почему вы еще пошли проверить 7 в первую ночь? Вы посчитали, что он сумбурный, но что даст проверка 7? Я сейчас убеждаю игрока номер 10. Игрок номер 10, я к вам обращаюсь. Игрок номер 4 определился, я к вам именно обращаюсь. Она идет проверять 7-го, который не даст ничего, кроме 7-го. Вообще ничего, это цвета не дает. После этого она идет и проверяет 2, хотя от 2 была шерифская заявка. Ну, вы, тем не менее, стопите в 2. Уходит? Нет, уходит сейчас только 6. 9 поставила руку. 10 секунд. Послушайте внимательно. 9 вывела 8. Она вывела 8. Вот, вы понимаете эту суть? Она не поставила руку в 2, хотя от 2 была шерифская заявка. Она не вывела 2, она вывела неизвестного игрока. Какой-то шериф. Уходит только 6. Мя. Все поговорили. Город переходит на голосование. Жестикуляция прекращается. На голосование выставлены игроки 9, 2, 6, 3. Голосуем в порядке. 9, 2, 6, 3. 9 вывела подозрительного игрока из чужой команды. Вы выйдете с другой команды. Третий фол игрок номер 2 вы лишены права речи. Голосуем в порядке. 9, 2, 6, 3. Кто за то, чтобы игрок номер 9 покинул стол? Принято. 0 голосов. Кто за то, чтобы игрок номер 2 покинул стол? Принято. 0 голосов. Кто за то, чтобы игрок номер 6 покинул стол? Принято 3 голоса, и поставьте руку, кто не голосовал. 4 голоса уходит игроку номер 3, 3 ваше крайнее. Да. Бред какой-то. Сейчас я встану и в 3. Будет. Да. Шериф. И было бы уже понятно. Из-за этого он не может убрать сейчас шерифа.
Они двое, никто из них не уйдет со стола без голосования. Все, пас. Спасибо. Прощаемся с игроком. Круг открывает игрок номер 5. Ваша минута. Вставляю игрока номер 6. 6 принято. Значит, команда черных это 6, 8, 9. И 6 и 9 вывели своего черного. Подумали, что не соберутся руки. Решили поставить две руки. Потому что моя рука там точно не ожидалась, потому что я играла с 8. Я взяла и поставила, потому что я подумала, что 6 шириф, черная проверка 8. Потому что 6 Ну, смотрите, игрок номер 10. Вы тут красный по обеим версиям, вам нужно определяться. Потому что у девятки, во-первых, проверка в 7 не шла. 10 по 7. Что, 10? Что 10. Что отстрелилось 4, а не 10, да, потому что 10 очень жестко топил и играл с девяткой, поэтому остался, да, как рука девятки. 10 секунд. Ну, все правильно. То есть семерку проверка не шла. Если у вас 7, проверилась красная, если вы играете по тому, что разноцвет между 6-7, тогда бы вы топили уже в 6. У вас брейк. А вы начали играть по версии 3-8. Мя. 6. Ваша минута. Брат-работ, это все сейчас к вам речи, игрок номер 10, десятка, господин палитра. И выставляю игрока номер 5. 5, палитра. Я игрока номер 5, смотрите, я играю жестко против, теперь уже нашлась третья черная. 3, 2, 5. Напрасно выводили циника, напрасно выводили. Ну что, полезно ему. Что? Пусть будет. Ладно, но... Ладно, я потом с ним поговорю. Почему я кричала? Я сейчас вам расскажу. Вам можно орать посредине голосования, и мне можно орать посредине голосования. Может, я планировала скрываться. Вы планировали скрываться? А я, может, тоже на тот момент скрываться планировала. Значит, мне можно кричать. Правда же? Это я хотела сказать... Зачем красному игроку планировать скрыться? Это я хотела сказать четверке по поводу кричать. Всем остальным-то понятно. А раз четверка улетела, семерка улетела, я уже теперь никому объяснять. Ну, вам объясню. Игрок номер 9, у вас 1,5 минуты. Выставляю мою черную проверку игрока номер 5. 6 просила проверку в 5, 5 просила проверку в себя. Пожалуйста, 5 получила проверку в себя. Хэппи. Ведьмака даже проверять не надо. Потому что так как он играл в зубе с очень черным игроком троечкой. И вскрылся против меня. Теперь, я еще раз специально для одаренных повторяю, 7 проверил, потому что он показался мне рисковатым. Кроме того, на тот момент не было никаких других просьб по столу, и поэтому имела право по своему усмотрению, а не по усмотрению тех, кто считает, что побеждает методом кричать громче всех. Мафия – это и интеллектуальный спорт, а не вопительный. Значит так. Кроме того, шестерку мне лично проверять не было смысла по одной простой причине. Двойка так старался ее убрать, что она, скорее всего, была для меня. Потому что двойка мне аж до вопли на нее залез. Простите. Вы сказали, что она черная только уже, когда началось голосование. Мя, игрок номер 10, ваша минута. Вставляю игрока номер 5. 5 стоит. 5 поставим руки. Смотрите, я определился, у меня, ну, мне очень вкусно 2-3-5, потому что 2-3 разная позиция, но они друг против друга не играют. 5 говорит, между 2-3 что-то есть подозрительное, но голосует 8, куда-то туда хочет голосовать. Второй вскрылся, непонятно зачем, на тот круг надо было вскрываться, ушел бы право на ошибку, или 3, или 8, у вас 6 правильный черный. 6 никто бы не проголосовал. Вот, отстрел 4, то, что вы сказали, ну, я бы ставил жестко, наоборот, она бы там уже не думала, она сказала, 2 у нее черные. Она голосует, ну, то, что думает, и я бы оставил завещание. Поэтому, ну, я определился, если ошибся, то... 10 секунд. То поздравляю Мафию с победой. Ну, потому что у меня складывается эта команда, очень, очень логично. Спасибо, пас. Спасибо и вам. Игрок номер 2, у вас 3 фола, вы имеете право выставить. 6 стоит, все поговорили, город переходит на голосование. На голосовании стоят игроки. 6 и 5. Голосуем в порядке 6-5. Кто за то, чтобы игрок номер 6 покинул стол? Принято. 2 голоса и поставьте руки, кто не голосовал. 3 голоса уходит игроку номер 5. 5 ваше крайнее.
Ну, смотрите, я еще раз повторяю, почему я голосовала 8. У нас что было? Два вскрылся, правильно вскрылся. Он mm-hmm. выставлен был, причем под последние mm-hmm. руки. Это было mm-hmm. очень опасно. То есть он правильно вскрылся. Дает свою проверку. Черная проверка 6. Тут 6 говорит, что не голосуется. То есть как бы тоже заявка. Mm-hmm. При этом 6 топило 8. То есть что? Два я не могу голосовать как возможного шерифа. 6 я не могу голосовать как возможного шерифа. Если 6 топит 8, то возможно это шериф, у которого 8 черная проверка. Но пусть 8 уходит. У нас есть право на ошибку. Все. Потом можно было голосовать в 3, с которой я тоже как бы играла, там между 3 и 8 был разный цвет, можно было. Между 2-3 не было команды 2-3, поэтому я и говорила, что я не знаю, против кого из них играть. Кто-то там есть, но кто, непонятно. Теперь 10. У вас получается 2-3-5 вместе одна команда, 8 выводила, я объяснила почему. Ну, вы вот так вот поиграли, хорошо, вы были в команде с 9-6, ну, вас они убедили. У вас есть проблемы. Мя, прощаемся с игроком. Город уходит в ночь. Действий двух шерифов. Шериф 2 при девятерых стоит последним. Он не мало того, что на голосовании, он еще и последний стоит. Он запросто может улететь. Поэтому вскрытие абсолютно легитимное. Тем более, топит 6-6 говорит, что не голосуется. Это заявка. Город должен рассматривать 6 как ролевую карту, как обычного красного игрока. После такой заявки рассматривать ее нельзя. Нельзя! Ни под каким соусом. Это ошибка, которую город должен понести за это ответственность. Теперь, это игроку номер 6. Просто так нельзя скрываться. Должна быть причина. У вас должна быть ролевая карта. Или хотя бы вы должны быть проверкой. Я последний маф, не переживайте. Вот. Теперь позиция игрока номер 9, который идет и проверяет 7. Почему 7? 7 ничего не дает. Причем 6 заявляет, что она жестко играет с 9. И они вдвоем затапливают 8 всего 3 голосами. Это запросто может случайно уйти, маф. То есть в данном случае вы определились с шерифом без проблем. Я понимаю, вы определились эмоционально. По логике вы не правы, категорически. Мя, прощаемся с игроком. Я объявляю победу города. Прошу прощения, но... Их объявят. Мафии были игроки. 2, 3, 5, донор игрок номер 3, шериф игрок номер 9.